три человека хватит. И машина должна быть, как говорится, спецоборудована, например, желательно как портер грузовой. При этом родственники должны принести материал, в что завернуть, и клеенку. И вот это все мы, как говорится, оборачиваем и выдаем тему. Мы у них еще дополнительно вирусологические берем мазки. Желательно, когда человек приходит в морг и забирает тело хоть от другого заболевания, он в воздухе, этот вирус. Мы желательно стараемся не заводить родственников. Раньше они некоторые сами омовение делали. Сейчас стараемся родственников, как говорится, не заводить и быстро выдавать, не создавая очереди. С утра здесь очень много людей, такое столпотворение, тем более при нашем коронавирусе, в данный момент это очень ажиотажно здесь. Я говорю, людей очень много, тут же одновременно и выдают они, как говорится, членов семьи, и тут же привозят новеньких, много машин, много людей, тут же отпевают, тут же отчитывают и мусульмане, и русских отпевают, поэтому здесь очень много людей.